видим первого специалиста. Он занимается приготовлением мясного фарша. Загружает замороженные мясные брикеты в огромную мясорубку. Так, а зачем он кладет в конвейер металлическую шайбу? Как это понимать? А, кажется, он демонстрирует нам отменную работу металлоискателя. Смотрите, прибор заметил посторонний предмет и тут же забил тревогу. Каждый день мясорубка перемалывает 25 тонн мяса. Да так быстро, что на выходе фарш остается все еще замороженным. Потом его также быстро смешивают с замороженным луком и отправляют в гигантский миксер. И даже после миксера температура фарша для пельменей всего минус 4 градуса. Оказывается, если пельменная начинка нагреется до 0 градусов, производство тут же остановится. Так, фарш, кажется, уже мешали. Зачем еще раз засыпать его в миксер? А это что, холод и лед? Его тоже добавляют к мясу, чтобы...